Вот так. Вот так. Фрида, что ты? Загнала снеговичка, да? Снеговичок стоит на траве. Вот да? Все, что осталось у нас. Вчера, позавчера был снег. Все, да, сегодня мама. Опять травка, да? Все. Снеговичок. Вот так. Да. Да, 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 да. Так, ну Гарику всем привет. Привет, привет, привет. Гарику подарил свой контент. Гарик, что там несешь у нас? Хлебушек. Я просто позавчера своим дорогим, всем привет, кто меня смотрит, говорил, что обещал, что приду, покормлю уточек. А ну, вон они, кстати, с чайками начали вместе тусоваться. Мы покормим уточек и обсудим. А это, по-моему, не уточки. А вот, ой, тут опять, да, и чайки. Ну, пошли туда ближе. Ути, ути, ути. Сегодня знаешь, о чем поговорим? Твое мнение как директора шоу-бизнеса. Да, директора шоу-бизнеса. Директор шоу-бизнеса как относится к тому, что Меладзе заявил, что нужно бойкотировать всем звездам «Голубой огонек». Долбоеб. Не, ну ты ж не знаешь, в чем суть. Ну как это я не знаю, в чем суть? Я все слышал, я знаю, что Лолита по этому поводу сказала. Но там же ж не только в этом суть. Не по поводу конкретно бойкотирования «Голубого огонька», а именно, что им нет работы, что у них там... Ну да, соседов твой. Вот ты тоже ж двойные стандарты? Соседов, ты иногда его защищаешь, а иногда... Я вот... соседов никогда не защищал. Ну а вот а сейчас, вот как сегодня, ну не сегодня, это неделю назад где-то произошло, но он же правда говорит, что вы прибедняетесь. Ну смотри, твои же артисты, вот эти трансухи, как-то ж выживают за свои копейки. Нет, а эти мегазвезды... Это понятно, но было сказано, что есть, допустим, топовый, правильно, я вот, я не знаю, кстати, кто это сказал, есть, значит, список топовых звезд, да, у которых там миллионы, там яхты, дома, замки и так далее. Ну вот если есть такие звезды, которые не топовые, то почему... Ну а что, они лохи, свои деньги не могли распределить таким образом на черный день? Нет, причем тут даже на черный день. Вот почему бы вот таким топовым звездам, великим звездам, у которых миллионные гонорары, у которых все в порядке, не помочь. А что касается «Голубого огонька», ну я уже и в Италии снимал. Кстати, да, у тебя год назад даже ты говорил о том, что... Да. Вот, а что то туда? Вот, а утки плывут, они утки, чувствуют, утки, что хлеб. Пошли покормим туда. Их, а потом расскажем. Вот. Ну, я считаю, что это неправильно. Значит, что значит бойкотировать? Нет, вот, дай людей... перебью, смотри, в чем там прикол, ну, его был? Говори, нет, чтобы ты понимал, смотри, мы были на концерте буквально там неделю-две назад. Ты видел, что никакого особого там ажиотажа и заразиться каким-то образом друг от друга нет. Он к чему намекает? Что на «Голубых огоньках» будет съемочная команда, будет тусовка, будут люди там все кучковаться. Такая же будет движуха, как и на концерте. Почему ОРТ можно, ну, Первому каналу и другим каналам будет снимать? Ой, смотри, маленькие это. А на концерты им ездить нельзя. Вот он к чему. Ну, это разные вещи. Я считаю, что народ нельзя лишить в наше трудное время вот этого пять минут, помиритесь, те, кто в ссоре. Может, в эти пять минут, ра-та-та-ра-та-ра-та-ра, как карнавальная ночь и голубой огонек. Но все равно он должен быть. Есть, конечно, может быть и есть в этом зерно. Но давай, пока Фрида с Дорой убежала, корми. О, давайте. Ну, сейчас расскажешь. Мне интересно, вот что ты... Вот ты... Гнобил своего любимого соседова. Туда, ути, туда, ути, иди ути, туда ути, прям. Вот так. Эй. А ну-ка. А ну. Вот так. Туда, сюда, ближе, ближе, ближе. Не, Дора, тебе нельзя. Та уже ревнивица прибежала. Давайте, давайте, пройдите. А ты им с руки дай в руку. Она подлетит, чаечка возьмет. Не, Дора, тебе нельзя. А так, мало. Дора. Ой, сколько их много. Я никогда таких столько не видел. Класс. Фрида, а Фрида отбез... Фрида, вылезь оттуда. Уточки. А чайки забирают у уточек. Ну распредели так. Уточки, нафиг. Уточка, это тю. Не, ну, отгнили. Тю, ты что не дай мне кусок. Да, подожди. Вот так. Да несколько просто порви. Я рву.
ты, блядь, грамотный, и видео, блядь, перебивать, и уточек как-то. Да не, ну ты что, 40 уток, он по одной этой, они сейчас пожирают друг друга, пока ты ничего, я хочу, родишь. Чтобы они ближе под это самое, подплыли. Уточки, давай. Им надо сразу штук 5 кинуть, нарви. Вот так. А Дура, он на камень. Дура берет. В шоке, ты что, шоу. А вот, глянь, братва пришла. Ой, братва, а вам что? А вам, братва. С одной стороны, одна братва. Ну, он тебе голубой огонек, Гарик, снимай. Вот тебе голубой огонек. Гарик пришел на голубой огонек. Устроил в парке голубой огонек. О, кликбейт будет к видео. Не-не-не, Фридя, уже не холодно. Да, иди. Он как Дора, стань на сцене, он все, Дора, на он голубом нас... огоньке распродали билеты, Дора купила себе VIP-место на камушке, да? А что же эти такие чайки крысиные? Тю, потому что они, ну... Боже, а сколько их? Уточки, на. Вот так. Дай мне кусочек. А это уже все. Ты шо? Так, а что ты думаешь, тут было миллион кусочков? Сейчас я камеру уроню. Не-не-не. А он чайка... Уточки, на. Вот, а суки, нет. Не, чайки, блин, все погрызли. Уточки. Не, ну чайкам. Да тоже. Уточки. А чайки такие смотрите, красивые. Уточки. Опа, попала уточкам. Так, а сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дора, что тут за движуха? Голубой огонек Гарик устроил. А ну кто где? Вот это плавает, кто вот этот красивый. О, вот он подобрал. А, гляк, вот, прям он, а вот чайки у него хотят забрать. Это Эрнст плавает. Эрнст, да. Эрнст плавает, понял? Да, Меладзе, да, у него забирает бабки. Меладзе бабло у него забирает. А Пугачева сидит в замке и улыбается. А Пугачева он одна плавает. О, ля, они прямо на лету. Да, а это чайки. Это вот эти Бузова, понял? Бузова. Вот эти, что сейчас эти. Так, а где Филипп Киркоров? Подожди, с Басковым. Да, Киркоров в кустах, он там, оно сидит. Да, они вон, и там же, ой, подожди, а он Лариса Долина им рассказывает. О, а это Виагра, новая Виагра прилетела. Так, ну все, смотрите, классно. Сейчас они все равно сюда подплывут. Не, ну нормально, мы им полбуханки на толпу. А, вон даже куски плавают, слушай, они еще даже... Не, а вот, они сейчас подплывут. Давайте, а ну сюда отойдем. Давай мне этот штучку. Ну иди, сейчас их еще поснимаю. Да. Ну, короче, твое мнение, что соседов прав, да? Мое мнение, что соседова надо послать куда подальше. Не, ну соседов сказал, слышишь, вы что? Говорит, вы поделитесь соседов. В чем прикол? Соседов сказал, люди вон в таком положении сейчас находятся, что не знают, ну вообще, что делать, что завтра будет. А вы тут богачи, жиру беситесь. И... Да, еще выпрашиваете помощь у государства. Ну с этим, конечно, я согласен. А что касается голубого огонька, что касается развлечения, что касается этой волшебной новогодней ночи, она в любом случае должна быть. И артисты должны поддержать. И вот я видел в аккаунте в Ютубе у Лолиты, значит, она сказала, да, может быть, это песни смешные, может быть, они там какие угодно, но мы да, исторические. Должны, да, мы должны их спеть, мы должны порадовать наш народ. Ну да, как я говорил тогда, это ж пишет, вот, бунтует молодежь, а наши мамы, и, ну, грубо говоря, даже мне, ну так вот могу там подглянуть, понятно, его там смотреть не буду, но как не сделать праздник, ну, взрослым людям? Нет, другое дело, что из года в год... Ну оно одно и то же, грубо говоря, его можно да, включать и из просто... Из года в год это одно и то же, одни и те же лица, но, тем не менее, ну как, ну все равно, но мы же ждем встречи с этими любимыми артистами. Можно сделать на одном канале... и будет не то голубой огонек, и будет, например, Монатик и Оля Бузова, правильно ж? Ну, все равно но это ж не то. Молодое поколение выбирает, как говорится, выбирает Пепси, старое поколение выбирает самогоночку. Вот. Но тем не менее, все себе. О, смотри, какие-то прикольные приплыли. Вот, я их снимал тот раз. Дора, стой, это Дорины сестры. Это сестры Дорины. Это Дорина какая-то. Ой, что это, движуха. Вот, какая-то. Вот они. А это ж Киркоров. Вот. Киркоров, Басков, Лазарев, Билан. И это Олег Майами. И Винник. А вон вот, Винник. Вот они впятером в кустах сидели. Вот. Вот Киркоров.
Басков, Дима Билан, Лазарев, и он коричневый в Майами берут там на, на подсосик. Это Винник, ты не узнаешь его. Да, Винник еще, надо это, Филипп Лейн пальто купить, чтобы попасть. Дорочка, ой, бедненькая упала. Не, Дора, ну холодно, вылазь. Да, и лапы будут. Посмотрите, какие. Элита приплыла, элитка. Киркоров, что, накурились там, да, или нюхнули? Шарманка. Париже она чужая. Ну вот это Киркоров плывет ко мне. Ой, ну это Киркоров. Шарман. А он Басков вот там с белым воротничком. Да, Басков говорит, да, я Коля. Коля. Да, я Коля. Коля. Что вы, нюхнули там в кустиках, да? Приплыли потусоваться. А Биланша он. Биланша на передозе. Так то не моя. Биланша. А, по-моему, этот с ними, как его. Пригожин, Валерию кинул. А он их это, он им продал. О, да, говорит, да, то да это Пригожин, он нам продал кокса. Дробыш, а где Дробыш? А он Дробыш пришел. Дробыш? А, Дробыш, а ты что там, не донюхал? Опоздал на вечеринку? Так, что все были на голубом огоньке, что привели своих всех, это самое, Кристина Арбакайте будет петь. Вот, и самое главное, Аллочку хочется, любимую мою Аллочку, чтобы она что-то спела. А что, кстати, будет она? Кстати, я в одной из соцсетей увидел фотографию, ее музыкальный саунд-продюсер, который пишет ей аранжировки к песне, ко всем ее песням, Лопатин. Вот была свеженькая фотография, что-то мне кажется тут не то. Будет. Наверное, Алка что-то споет на Новый год, по-любому. Ну, будем на это надеяться. Ну, какую бы ты песню хотел, чтобы она спела? Новую. Ну пой. Я не устану повторять. Это песня? Я звезда, гори звезда, и я Алка. Я Алка, дочка Аксакалка. Такая песня? Да, будет. Не, или ты сам, ты как Потапа, то танцует. Кто вообще в курсе, что вот эта песня Потапа танцует у тетя, а тетя? Да, у нас на глазах, ну мы смотрели, он просто сидел в голосе, и что-то там они с Тиной Кароль, да, по-моему, да, они сперечалися. И спорили, он, спорили. И она говорит, у тебя эти хиты, говорит, рождаются как это, каждые там две минуты. Он. Да, у Басков, что попускает, да, решили похавать, да. Басков, так Киркоров. Так все на голубой огонек сниматься. Слышишь, пришли похавать, Басков. Не гони беса. Ты что, крутой, гля, вообще не боишься. Ты что, Басков? А где Поля Гагарина? Полина Гагарина. Полина Гагарина, вот это чаечки с Бузовой предводительницей. Ебникова, он лорка. Ой, глянь, крутые какие. Они реально какие-то элитные. Слышишь, шубы себе эти купили Филипп Лейновские. У четверых одинаковое, оно ж так и есть. Вот это Басков, Киркоров, кто там Билан, еще? Билан и Лазарев, они вот это 4 пальто по 5 миллионов долларов у Филипп Лейна. А вот это кто? Вот это? Ну, а ты ж сказал Дробыш, вот это черно-бел. Дробыш, а он трусится, его колбасит, он перенюхал. Дробыш. Дора? Дора, да. Твои сестры, братья. Дора, у тебя тоже одежда такая мраморная, видишь, как да, у них. Ты в тренде, Дорочка, ты в тренде. А, так мы за этого так не дорассказали, хуторян... за о-тя-тя. Да. Вот он просто ляпнул, да, тя-тя, о-тя-тя. Говорит, ну, я знаю. Ну что-то какая-то пела тетка, и он что-то, вы тетя, о-тя-тя. А потом... Тина Кароль говорит, ой, так это новое, ты сейчас, говорит, сочинишь, у тебя эти хиты рождаются. И через пару месяцев так и было. Да, и через танцуй, тетя, тя-тя. Танцуй, тетя, тя-тя, танцуй, тетя. В общем, все, все ждем голубой огонек, никого не бойкотируем. Соседова на кол, хотя где-то он в чем-то и прав бывает. Кстати, ой, тебя вот это с соседовым, чтобы снюхалось. Кстати, буквально вчера была премьера «Возвращение» на НТВ, «Возвращение суперстар». Богдан Титомир, Влад Сташевский. Ой, ты слышал, что Соседов сказал, что у него плакат висел Богдана Титомира в комнате да, в молодости? Вот, кстати, крутой выш... И там наша Маруф в жюри. Так что давайте смотреть вот это шоу, посмотрим, что ну, там. Ну, Маруф Соседов... как-то промутилась, что ее ни там не щемят, ни тут не гонят, ни это, слышь, красавица. А, и Дорн вернулся к нам. Вот, там потом, значит, это из... Иванова из комбинации, Юля Волкова из тату. Оно раз в неделю будет потом идти? Потом Трубач, да, раз в неделю. Там, в общем, возвращение, будем все смотреть и будем ждать наш голубой огонек. Все, с вами Гарик Талисман и просто Виталька. Пока-пока.